Сейчас такое скажу, ты упадешь. Я обедала с Бекки. Ну, у меня есть новость. Дейл сделал мне предложение. Я просто в шоке. Ну что же, мы приглашены на свадьбу. Наконец-то! Устроим девичник, оторвемся, будем зажигать, как на выпускном. Мороженого поедим, когда закончим торжественный прием. А потом пойдем в отрыв вот так. И так. И так. О, да. Я теперь уже не по этим делам. Они были подругами всю жизнь. Я так рада, что вы тут. Так вы с ней знакомы... Со школы. О. С тех самых пор. Ну ладно, я пойду присяду. Но переживет ли дружба... За Бекки и Дейла. За Бекки и Дейла. Эту ночь. Зацените тёлки из романа Джейн Остин под кайф. Эй, Бекки! Чё? Выходишь замуж? Магия. Это и осенью. Тебе не кажется, что девчонки немного того? Сиамские близнецы. Боже мой. Скажем, что так и было. С такими-то подружками? Нужно немедленно все исправить. У нас тут химчистка, а не проект «Подиум». И женихи не нужны. Как назвать девичник без невесты? Янка. Попались? Кажется, вы поймали нас на пути в мужской клуб. Вас точно пустят? А то мужиков я не вижу. Давай, соберись. Понял, понял. Ого, смотрю, ты еще с нами. Это лучшая ночь моей жизни! Я дам все, чего ты хочешь. И чего я хочу? Чтобы тебя поставили на место. Иди сюда. Ненавижу эти свадьбы. Кит Стандарст, Айла Фишер, Лиззи Капан. Кэти и Джина исчезли. О, Кэти уже нашлась. Холостячки. Заткнись! Ненавижу тебя и тебя тоже! Так и пойду замуж в этой пижаме. 6 сентября во всех кинотеатрах.